В микрорайоне Кукисвумчор состоялся день открытых дверей для родителей, чьи дети еще не ходят в детский сад. Тема встречи – возможности недавно открытого консультационного центра «Солнечный зайчик». Появление ребенка в семье – радость и большая ответственность. А еще пора волнений для молодых родителей. Беспокойство о том, чтобы малыш правильно и гармонично развивался, не болел. А после без стресса адаптировался к детскому саду. Именно в этом основная задача консультационного центра – помочь родителям справиться со всеми трудностями. Задача консультационного центра – это оказание педагогической помощи родителям, консультирование родителей по вопросам психологии, дошкольной педагогики, здоровья сбережения. Возможно, оказание логопедической помощи. То есть в зависимости от того, какие запросы у родителей, что они хотят узнать, чтобы их проконсультировали в каких вопросах, тем специалисты занимаются, так с ними работают. Консультационный центр открыли в июле этого года на базе детского сада номер 4. Он рассчитан на родителей с детьми в возрасте до 2 лет. В январе следующего года здесь планируют создать службу ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и малышей из группы риска. Появлению центра предшествовала большая работа с семьями микрорайона Кукисвумчор. Мы размещали рекламу в СМИ, мы разносили брошюры, разносили объявления по всему нашему поселку. И к нам обратились родители, которым на самом деле заинтересовала данная информация. Мы сделали свод, и у нас получилось, что на самом деле этот консультационный центр, который мы открыли, актуален. Направлений работы много. Есть индивидуальные и групповые занятия, проводятся тематические беседы, круглые столы, дни открытых дверей, мастер-классы и тренинги. Эти формы работы хорошо зарекомендовали себя в консультационном центре Кировска и уже приносят первые плоды здесь, в микрорайоне Кукисвумчор. Вот, ну, вообще замечательно. Мы хоть и живем в Кировске, мы сюда ездим с большим удовольствием. Здесь так по-домашнему прям очень приятно. Нам очень нравится. К нам приходит логопед, с нами занимается психолог, физкультурный работник, проводит с нами занятия. То есть это физкультура для малышей, физкультура для мам. Да, сыночек? На мячике занимались. Логопед рассказывал, чего, что нам ждать, какие особенности развития речи. То есть я очень рада, что я узнала про этот центр, что нас сюда пригласили. Посмотреть расписание работы центра можно на сайте детского сада номер 4. Получить подробную информацию по телефонам дошкольного учреждения.